Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Смотрите, что у нас сегодня новенькое. Я запустил игру и вижу, событие завершено, поздравляют. Ну, 100 золотых, понятно, а вот что это за подарочек такой, давайте глянем. Так, событие завершилось с результатом 34 выживших. Так, Walmart, это, видимо, у нас что-то новенькое будет, да? Ладно, мы посмотрим. Подожди-ка, синхронизация идет, это нам не нужно. Смотрите-ка, у нас здесь уровень 3 и горит восклицательный знак. Неужели они сделали обновление? О, да, ребята, ё-моё, вы посмотрите. Они сделали все-таки новый 8 уровень, ё-просоте. Ну что же, давайте приступать. Сейчас вначале мы заберем все здесь, что у нас накопилось. Заодно, наверное, мы глянем, что это все-таки... А где подарочек, который давали? Эй, подарочек, ты где? Ну, это, наверное, и был подарок, да? Ладно, хорошо, возьмем. Блин. Я думал, мне дадут какой-то пакетик. Ну, это не важно, ребят. Это не важно, не дали и не дали, фиг с ним. Мне главное, что у нас с вами 8 уровень открылся. 24 миссии, правда, маловато, да? Кажется, как-то 24 миссии всего по сравнению с тем, что было раньше. 48, 57, 69, 72, 24. Но, наверное, они будут здесь очень и очень жесткие. Ну что ж, давайте, наверное, подожди-ка, приступим. Надо посмотреть, кто у меня здесь взят. Так, вот это вот мне не нужно пока. Подожди. Я уже, ребят, подзабыл даже как... Слушайте, а почему это у меня вот этот чувак аж светится? Автоматическое улучшение. А почему только он может? Странно. Непонятно почему-то. Автоматическое улучшение. Ну. Нет, что-то здесь не то. Я хочу взять, ребята, к себе в компанию. Даже не знаю, кто у меня обычно там ходил-то. А, ну давайте возьмем гренадира. Вот так вот поставим. Ну и вроде бы все пока, да? Ладно, вначале, что мы тут думаем-то? Нам хотя бы глянуть, что здесь за зомби. 135-я миссия. Невозможно. Сразу же начинается с невозможного. Погнали, будем смотреть, ребята. Ох ты, это кто там такой? Это что за чудило? Ну-ка, дайте срочно энциклопедию. Сильный и медленный зомби. Крэнк. Понятно. Но он даже, по-моему, не идет. Он ничего не делает, ребята. Ага, старые ребятушки идут. Ну ладно, хорошо, я уже забыл, честно говоря. Оу, вот это вот плохо, блин. Вот это плохо, ребята. Вот этих вот нам только не хватало здесь. На, блин, мимо. Оу, как я соскучился по этим, блин, ребята, нифига себе, он бед. Все, сейчас начнется. Ладно, хрен с ним, ребят. Как говорится, это у нас всего лишь, блин, пробный вариант. Ну, Сонька, давай, строчи, блин. Ну! Блин, они медленные, говорят. Я в упор не вижу, ребят, чтобы они были медленные. Они уже подобрались к моей базе. На! Одного я подбил. Слушайте, мне так кажется, или я совсем, ребята, разучился и отвык играть, что... Да, сейчас уничтожат мой автобус. Так, ну что? Значит, у нас здесь камикадзе. Также вот эти вот вредные зомби, которые прыгают. И вот эти вот здоровячки. Значит, нам нужно... Да, нам нужно, ребята, использовать с вами ускорение. Так, погнали. Сейчас мы только доживем до пулемета, и я думаю, что сразу у нас дела пойдут в гору. Наверное. Так, а если мы вот этого выпустим, что у нас получится? Опа, этого мы накрыли, ладно. А этих? Во-во-во-во, слышу звук.
старых камикадзиков. Давайте еще один. На, гад, получи. Так, что-то как-то они туго пробиваются, если честно, ребят. Да, автобус уже покоцанный. Ну и фиг с ним. Нам надо вначале определиться, с чем мы имеем дело, ребят. Так, давай, снайперша. Но какой-то не очень хороший урон, ребята. А вот теперь повеселимся, пожалуй. Эй, куда бомбишь, блин? Да-да-да-да-да, вот камикадзе. Это плохо, ребята. Строчим. Так, бьем ворота, пробиваем. Ну и, естественно, отсюда нафиг сматываемся. Ага, смотались уже, как же. Давай, бегись, кувалдочка наперевес. Бум. Сони, выходи. Блин, у меня кончилось, ребята, кончилось. Сейчас подобьют ее. Ай, автобус практически все, ребята. Уже закоцанный, обкромсанный. Давай вот так вот сделаем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, уничтожайте в этих зомбарей, блин. Медленные зомби. Они нам здесь не нужны. Так, отлично. Бум. Никто нафиг не должен здесь пройти. Да что ж такое-то? Придется опять вызывать, ребята. О, пока варианты я не вижу. Зомби там где-то шкребутся на душе, я так сказал. Ну, я весь сосредоточен, ребят, даже не могу толком собраться. Что тут нужно сейчас мне сделать? Так, давайте еще поставим с вами пулемет. Вызовем Сони. Сони, Соню, ё-моё. Сони, Сони, просто... Оу, я про время-то совсем забыл тут, рассусоливаюсь, блин. У нас же, ребята, здесь... Ай-яй-яй, сейчас будет кошмарики. Давай, беги быстрее. Совсем забыл. Вот что значит долго не играть, ребята. Оу, и турель уничтожили. Все, ожидаем, ребята, волны. Вот тебе, блин, и 22 уровня, 24. Так, ладно. Я понял, в чем, ребята, здесь фишка. У меня не хватает атакующих юнитов. В плане того, что у меня... Так, стрелок. Вот гренадир здесь вообще, я понял, не нужен, честно сказать. А пригодится здесь, скорее всего, вместо гренадира мы его убираем. Блин, забыл уже, как убирать-то. И поставим, пожалуй, мы с вами... фризуху. Я еще и могу ее улучшить. Так, улучшим и выбираем. И ставим ее вот сюда. По-моему, так. Два стрелковых. Два физухи. Или же взять сварщика. Как вариант, он бы успел бы. Ладно, давайте вначале так попробуем, ребят. Ух, была не была. Да, не все так просто и легко. Давайте нажмем, соберем. Так, кто там у нас в начале? Ага, такие пойдут. Стоит не только выз... Ага, вон еще убегает один чудило. Ладно, давай попробуем. Вот они, бегут уже. Красавчики. Так, давай, давай, быстрее мне эту. Мне нужна... Вот она. Да вы достали, вы... Чё так зачастили-то уж? Чересчур. Так, Сони, давай, выходи. Бомбить будешь. Расстреливай, расстреливай. Да какого ж ты фигуса делаешь, а? Блин, для чего я, называется, брал заморозку? А, ребят, для чего? Так, давай, вот так вот будем. Нафиг уничтожать их всех. Так, у нас тут камикадзе. Ну-н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 у! Да ё-моё, вообще просто сносят всех!
приплыли. Нет, что-то, ребята, не задалось, нифигашечки, а? Не задалось. Давайте попробуем немножко тогда другую схему. И выберем мы с вами... Заморозка здесь тоже как-то не ахти. Огнеметчика, может быть, взять? Как вариант попробовать. Или же все-таки Кэпа. Вот тебе и раз, вот тебе и не задачка, да? Давай так попробуем, ребят. Ух! Попытка номер... Хрен знает какая, но это не важно. Все равно пройдем. Никуда от нас этот уровень не денется, поверьте мне. Блин, всю малину нам портят ребята камикадзе. Да, именно они. Ага, ага. Давайте попробуем сейчас огнеметчика. Что у нас из этого получится? Как он хорошо будет жарить? Ай, камикадзе уже готов. Бежит, 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 бежит. Ладно, тут еще как-то справились. Блин, не могу, ребят. Не успеваю я, не успеваю. Давай сделаем вот так вот. Вызовем Соньку. Так, отлично. И вызовем Кэпа. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично, успели, успели пробить. Давай-давай-давай, строчи, 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 чтобы эти говнюки просто не успевали. Твою дивизию, а ты посмотри. Что же они делают, а, гады? Давай-давай, махай, все, отлично. Камикадзе, бэу. И сейчас еще две волны. Черт бы их побрал. Нет, ребят, ну тут какая-то жесть на самом деле. Как тут надо умудриться это сделать? Сейчас Сонька под... Нет, Сонька выжила. Хорошо, ладно. Сонька живет, давай снайпершу вызовем. Посмотрим, что получится. Звездец. Нет, тут что-то не то, ребят. Хорошо, мы сделаем тогда так с вами. Нам нужно пушечное мясо, так? Так. Пушечное мясо мы будем с вами... Так, огнеметчик тут не айс себя показал, а вот кто у нас будет под мясом? Вот что интересно. Хм. Нам, значит, нужно... В принципе, мы можем взять взрывную бочку, как вариант. Она тоже может нам спасти жизнь. Хорошо, сделаем так и... И все, больше никто тут не выстоит против этих камикадз. Снайперша, снайперша нам здесь не нужна, ребята. Че она у меня стоит-то здесь, а? В самом деле, я совсем забыл. Вместо нее мы возьмем... А вместо нее мы возьмем... Вот этот вот чувак, конечно, хорош, крут. Может быть, его и взять? Да, я его, наверное, и возьму, ребята. Он и стоит дешево. Снайперша что-то тут как-то не ахти себя показывает. Ладно, ребят, погнали. Мы должны пройти этот уровень. Да, будет долго, нудно, но мы должны. Так, нужно вот этого мне сейчас накопить. Пускай он пока бежит. Интересно, он с ударом накажет? Ну только не этого зуба. Опа, да ну ты. Бум, и в автобус главное побежал, а, гад. Давай, выходи, будешь сейчас с этим драться один на один. На! Так, вот сюда мы поставим бочку с вами. Да как, рано слишком, рано. Конечно же рано, ребят. Так, камикадзе, да, значит? Вот сюда мы поставим бочку. Готов. Ах, ламонище. Давай-ка вот сюда. Блин, вот эти вот, вот это вот чудовище что-то больно мощное, если честно. Я бы даже сказал, чересчур мощное. Ага, хорошо, пока идет. Давай, ребята, вот так вот сделаем. Теперь нам нужна физическая сила.
конечно же, буду выставлять бочонки. Обязательно бочки. Так, давай вызываем бочонок. Сумку вызовем еще одну. Эти не пробегут здесь. Как бы они тут ни старались. Давай, кроши, кроши, кроши. Еще поставлю бочку. Давай. Есть шанс, ребята. Да, ну, конечно, не на 100%, не на 3 звезды. На 2, но тем не менее, ребят, я думаю, что... Фу, столь долгий был перерыв у нас, и это простительно и дозволительно. Ну что, я буду брать, наверное, бонус первого победа плюс 25 монет. Надо глянуть обязательно, ребят. Ну что ж, давайте смотреть дальше следующую миссию. Так, открылась у нас здесь. Так, давай горючку потратим. Ага. О, вот это хорошо, тайничок нам пригодится. Обязательно давайте его сразу откроем, посмотрим, что нам здесь достанется. Ну так себе. Не то чтобы хорошо, но и неплохо. Кстати, мы с вами можем кого-то усилить? Нет, из этой команды никого. Так, а здесь можем. Слушайте, а почему, ребята, у нас кто-то вот этот, например, да, оранжевым отмечается, эти зеленым, эти синим. В чем какая-то тут разница, я не могу понять, а? Хм. Ладно, хорошо, давайте смотреть. Невозможно, 136-я миссия у нас. Посмотрим, сейчас какой-нибудь новый зомбарь будет. Ну, я же говорил, смотрите, ребята. Обычный зомби, который превращается в другого зомби после смерти. Не понял. В другого зомби? О-оу. То есть, получается, рандомно, что ли? Ай. Смотри, сразу эти говнюки лезут. Так, я даже не знаю, ребята, с чего начать, а? Оу, еще и эти. Да ладно, чего вы так сразу-то, эй? Ха. Блин, я так... И камикадзе, а. Ты посмотри, что тут происходит, ребята. Это жесть! Ой-ой-ой-ой-ой, как тут все запущено, ребята. Я даже не успеваю ничего сделать. Ха! И как? Кто мне скажет, как здесь я должен справиться? Нифига тут наплыв-то сразу пошел. Ну давай вот так вот попробуем сделать. Ну, я получил откат, хорошо. Этот бежит. Ну, одного-то мы сразу накумарим. Сейчас. Тинч! Сразу выбегают вот эти вот пришельцы. Блин, мне бы до турельки, ребята. Мне бы до турельки дожить. Да. До турельки дожить. Придется расстреливать. Как-то копить. Копить нам нужно. Да отвалите вы все от меня, от моего автобуса. Уже достали. Да ну! Да нет, это, ребят, какой-то бред. Что-то мне вообще в голову ничего не приходит. В данный момент я даже не могу сосредоточиться на том, что нам вообще нужно. Так. Причем эти говнюки сразу бегут, а? Только выпуская, сразу идут зомбари. Хм, вот эти вот охламоны нервируют меня, если честно. Ладно, давай попробуем сделать так. Ага, ну конечно, 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 конечно. Сразу же эти выбегают. Попробуем. Оу, тут что-то вообще, ребята, как это жесть, если честно. Не знаю я пока как с этим работать, как с этим играть. Ладно, ребята, сделаем, наверное, мы с вами паузу, а я пока над этим делом покумекаю. Так что, ребятушки, увидимся с вами позже.